E-Type, Britney Spears, Dr. Alban, Ace of Base, Backstreet Boys. Но что же объединяет этих исполнителей? Конечно же, студия Sharon, звукозаписывающая шведская организация, которая находится в Стокгольме. Ее основателями являются Деннис Поп, Макс Мартин и Кристиан Лундин. Они известны и тем, что на протяжении 90-х в их студии Sharon записываются шведские и зарубежные исполнители, такие как Dr. Alban, Rabin Race, Ace of Base, Jessica Falker, Army of Lovers и многие другие, выпуская альбомы и хиты, знаменитые во всем мире. В 1994 году стал настоящий успех для всей шведской индустрии музыки, когда в студии Sharon начинает работать Мартин Эриксон, известный своим псевдонимом и группой E-Type. В студии Sharon он выпускает ряд знаменитых хитов. Все записанные композиции и клипы сопровождались вокалом Наны Хедин и завораживающими танцами Дилнарин Демирбек. В середине 90-х американские звукозаписывающие организации заключают контракты со студией Sharon, и тогда Макс Мартин записывает их группу Backstreet Boys. В 1998 году Макс Мартин начинает запись Бритни Спирс, а бэк-вокалисткой Бритни и для многих других исполнителей становится Нана Хедин, солистка группы E-Type. Студия Sharon и звукозаписывающее оборудование. В 1998 году в студии Sharon используют микрофон от фирмы Manly для записи вокала Бритни Спирс. Макс Мартин и Кристиан Лундин в своих работах применяют студийную консоль Iphonic CS3000 и Soundtrax J32. Для создания синтезов используют и звуковые модули, как Roland JV2080, JD990 и многое другое, а большую часть оборудования в Sharon студии предоставлю в печатном виде. Но несмотря на список оборудования, некоторые из них не вышло отметить, так как имелись и те студийные устройства, которые были в единичных экземплярах и производились индивидуально для каждой студии. Автор и редактор статьи, а также монтаж и озвучивание от Григория Митусова –